ничего рассказывать вообще-то, представлять себя как героя нет. Но ситуация была в Славянске такая. 2 числа у нас над городом был сбит вертолетчик в районе Карпов. По телевизору объявили, российское телевидение у нас было, объявили, что его наши ребята оставили, забрали пистолет, забрали документы и оставили ополченцам. Потом объявили, что что ополченцы отнеслись к нему очень доброжелательно, отправили его в больницу, и он находится в больнице имени Ленина. Я пошла в больницу сразу же. Пришла, но его охраняли 2 ополченца вооруженных, но они стояли на площадке на 3-м этаже, там, при входе. А в палате никого не было. Зашла я в палату, он меня стал выгонять, потому что, говорит, я пленный, вы уйдите, вы рискуете там. Но я принесла ему покушать, и он говорит, чем я вам могу помочь, что я могу сделать. Говорит, позвоните моей жене и скажите, что со мной все нормально. Я говорю, жена ваша не поверит, потому что все программы и телевидение рассказывают о том, что вас отправили в больницу, оставили наши ребята. А он говорит, нет, это неправда, меня искали на БТРах, меня просто не нашли, шел бой. Вот, ну, в общем, мы тут зашли, эти ополченцы, конечно, увидели меня, ну, как бы неприятность небольшая, но... Я не родственница, никто. Его увезли на операцию. Он был весь... и он мне успел рассказать, что его ополченцы сначала... Когда он выпрыгнул с вертолета, поломал себе шейку бедра. Ополченцы его избили до такого состояния, что лица не было видно, только умные такие хорошие глаза, а все синее и заклеенное. А потом с близкого расстояния прострелили ногу. И когда хирург посмотрел, его уже обследовал, сказал, что ходить он никогда не будет. Настолько раздроблена кость, ему сделали одну операцию, не смогли даже достать пулю. Потом вот это при мне его увозили на 2 операцию. Эти ополченцы его так бросили на на каталку, что он бедный весь, ну, в общем, еще раз поиздевались над ним. Ну, после операции этой уже ему достали пулю. Потом еще было много операций, но на сегодняшний день он ходит. Очень слабо, с костылями, но во всяком случае он будет ходить, ему обещают это. Ну, а мы 5 числа, когда опять был бой, и много было ополченцев, которые поступали в больницу Ленина, была суета, суматоха, мы все думали, у меня улица небольшая, но вся она очень патриотическая. И мы все думали, как нам ночью вывезти, то ли днем, ну каким образом, потому что комендантский час. Возле больницы Ленина стоит этот блокпост. Мы недалеко живем от памятника Шевченко, но все равно вот эта площадь, которая хорошо просматривается, очень сложно это сделать. Мы вызвали Жениных... Кстати, вертолетчик Женя Краснокутский. Вот, вызвали родителей. Родители приехали 5 числа, и мой муж, сосед, сын, его на руках вынесли, а ему уже поставили вот этот аппарат Елизарова, и никто не охранял, потому что считали, что уже все. Вот, и мы 5 числа его вывезли из больницы, и он уехал в Харьков. Ну вот и вся история, в общем-то. Но, знаете... Да, это все хорошо, это все нормально, но вот я себе по сегодняшний день не могу простить. Я сидела перед телевизором, я считаю себя какая-то доля, часть какая-то вины в том, что у нас такое случилось. Вот сейчас мы здесь стоим на площади, и много нас поддерживают, мы ехали, мы видели, нам сигналили, махали. Вот так я сидела перед телевизором и смотрела. Неля Штепа сюда выводила людей, а я так мысленно у виска крутила, думаю, да что это такое, да чем это закончится. И предположить, что может быть такое, что было, этого просто нельзя было, невозможно. В моих мозгах это не укладывалось. А сейчас я думаю, если бы мы выходили и как-то какой-то... Когда еще не было вооруженных людей здесь, мы же могли показать себя, показать, что мы украинцы, что мы не хотим никакой России, нам не нужен Путин. Но мы этого не сделали.
Поэтому вот мы все виноваты в том, что такое происходит. И сейчас нужно активнее просыпаться, подниматься и бороться. Потому что они, видите, они не сдаются. Они проводят то псевдореферендумы, то еще всякую хрень. Сегодня я слышала, зашли 60 градов в город Донецк. Что будет там? Это просто, ну, я не знаю, ну 60 градов. Ну вот и все. Взвешивайте каждое свое движение, каждое свое... Мы хотим вас поблагодарить вот таким вот маленьким презентом за вашу храбрость, за ваше вот такое понимание за украинскую армию.